Это был у них опорный пункт здесь, в автошколе Метелкина. Вчера ночью огневой бой закончился. Ага. Вот у них стрелы, да? Да. А это что? Иглы. Иглы. Вот ПВО. Средства ПВО все не использованы, не успели твари использовать. Хорошо. А вот сейчас возьмем компьютер. Сейчас. Тут Лёшка у них, там уже ничего интересного, гранатами все поработали. Все. Сегодня 19 июня 2022 года. Зачистка населенного пункта Метелкина подходит к концу. На протяжении всего времени мы предлагали и гарантировали бойцам ВСУ складывать оружие, добровольно сдаваться в плен, добровольно сложившее оружие. Сейчас находится в безопасности, ожидает нашей победы, окончания войны, после чего он спокойно вернется домой для того, чтобы продолжить мирную жизнь, увидит своих детей, свою жену, обнимет родственников. Те же бойцы, которые продолжают идти на поводу у прозападного фашистского режима киевской власти, примеры этому лежат сейчас перед вами. Ваши командиры вас бросили. Они не удосужились забрать тела своих погибших бойцов. Родные и близкие не смогут прийти и оплакать эти тела. Еще раз. Подразделение спецназ «Ахмат» обращается ко всем военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, наемникам. Сдайте свое оружие. Идите по домам. Сдавайтесь в плен. Вам нужны еще силы для того, чтобы восстанавливать вашу страну. «Ахмат» — сила, слава России!